пам'ятаємо, як ми цього року в дощ, в сніг виводили маленьких діточок, садочки, школи на евакуації, які в нас відбувалися через таке лжемінування майже щодня. Вже навіть не вистачало, вибачте, жодної лексики педагогічної до того, що відбувалося. Змушені були з роботи зриватися батьки. Колосальну роботу проводили правоохоронці, які кожну школу, кожен садочок мали відвідати і упевнитись в безпеці для дітей. Які ж ми взяли основні напрямки даної програми? Безпечна дорога, тобто дитина вийшла зі школи, з дому і повернулася зі школи. Пожежна безпека, медичне обслуговування, безпечне харчування, психолого-емоційна безпека, безпечний інтернет, безпека простору закладу і, звичайно, наша з вами навчально-методична робота. Я дуже тронувся сьогоднішнім мероприятием, тому що бачив заинтересованные лица директоров школ, учителей, родителей и, конечно, детей. Сегодня вы видели, Елена Валерьевна достаточно подробно объяснила, я рассказала вам достаточно скромно, на самом деле это очень большой труд. Но вы видели, сколько задач перед нами стоит, сколько необходимо сделать для того, чтобы действительно мы чувствовали, что наши дети в безопасности. И это все делается, это все в работе. Я вас уверяю, мы это все сделаем. Мы знаем, что нам делать. Поэтому уверенно, постепенно будем принимать все меры и обеспечим безопасность. Это и безопасность по дороге в школу. Вы видели наши основные направления. Это впервые в Одессе, впервые в Украине за 30 лет независимости. Мы делаем так, что отводим земельные участки вокруг школ. Определяем, чтобы уже больше никто ничего не построил на территории школы, определяем территорию школы, чтобы не заезжали машины по вечерам туда отдыхающих, не выгуливали собак. Благодарен вам всем за ту работу, которая проводится вместе. Но для нас приоритет дети был, есть и будет. Поэтому мы сделаем все намеченные планы. Это безопасные светофоры, это безопасные пешеходные переходы и так далее, И это сегодня в приоритете. Я еще раз хочу поблагодарить всех и прошу сказать огромное спасибо Елене Валерьевне вам, Павел Владимирович вам, Олег Владимирович, всем без исключения, тем, Никит, вам огромное спасибо за инициативу, за то, что мы сегодня работаем на упреждение. Не по факту, а на упреждение. Поэтому я вас прошу, вы видите, мы принимаем программу, я уверен, что депутаты поддержат ее. Но к этой программе необходимо не просто принять программу для галочки, что в Одессе принята программа. Мы должны каждый ответственный человек на своем месте работать по тем пунктам этой программы. Мы вас одна с полной поддержкой и понимание. Действительно, давайте с вами вместе сделаем жизнь наших детей, жителей нашего города безопасной.